Всем доброго дня! Сегодня я покажу, как поменять воздушные фильтры. Но для начала подпишитесь на канал и поставьте лайк. Пассажирского сиденья. Залазим под бардачок. Здесь есть два пластмассовых болта. Их откручиваем. Откручиваются они руками. Один. Второй. Снимаем обивку. Пластиковая заглушка. Ее сдвигаем вправо. И достаем. Это наш салонный фильтр. Вынимаем его, ставим новый. Ставим на место заглушку. Закрываем. Крепим назад обивку. Прикручиваем назад пластиковые болты. Теперь меняем воздушный фильтр под капотом. Нам понадобится крестовая отвертка. Открутили все болты. Поднимаем крышку и на себя немного. Это наш воздушный фильтр. Выбрасываем старый, ставим новый. Закрываем крышку. Закручиваем болты.